Добрый день, мои дорогие! А сегодня мы с вами будем делать печеньки. Быстрые печеньки. А что нам для этого понадобится? Проходили мимо магазина Ермолинский, купили вот такое бездрожжевое тесто, слоеное. Цена его на момент покупки была 80 рублей. Тесто замороженное, теперь его размораживаю. Также нам понадобится одно свежее яйцо и немного сахара. Все правильно, мои дорогие, начинаем с яйца. Яйцо разбиваем и взбиваем вилочкой. Хорошо взбиваем. Теперь мы наше тесто смазываем нашими взбитыми яйцами, точнее яйцом. Не волнуйтесь, что яйцо останется, у нас таких квадратиков два. И теперь обильно посыпаем сверху сахар. Теперь нарезаем на кусочки в произвольной форме. Кому как нравится. Все, побольше кусочки себе, поменьше Светлане. Второй кусочек намазываем точно так же. Света поняла, что я поделил неправильно и заставила меня разрезать пополам. Выкладывать мы наши печенюшки будем на листик, покрытый тефлоном. Точнее, противень, покрытый тефлоновым листиком. Теперь мы наши печенюшки отправляем в духовку, нагретую на 200 градусов, на 10 минут. Ну вот, мои дорогие, прошло, правда, не 10 минут, а 15. Ну что могу сказать, наливаем чаю и будем пробовать. А это пришел у нас специально приглашенный дегустатор. И послушаем его мнение. Здравствуйте, буду пробовать его сыпню. В настоящее время печенье. А где чайник? Так, вот беру печенюшечку. Откусываю. О, это не печенье, а какие-то долечки такие. Очень вкусные. Ну, молодец. Ну, кулинар, кто это делал? Конечно, я кто? Ну, молодец. Еще возьми. А то я вот это все возьму и принесу. Ну, бери, неси. А бонусом мне достался еще и омлет.